Да хранят тебя боги в битвах, друг. Я, наверное, ослышался. Мне показалось, что ты хочешь заманить дракона в мой дворец. Конечно, тебе уже удалось спасти Вайтран от того дракона. Я в долгу перед тобой. Но я не понимаю, зачем мне пускать дракона в сердце своего города, когда мы так старались держать их подальше от нас? Алдуин? Сам пожиратель мира? Ну, как нам драться с ним? Разве его возвращение не знак конца света? Я ничего не говорил о том, чтобы опускать руки. Так, а что это за бредни про заманивание дракона ко мне во дворец? Тогда Вайтран встанет на твою сторону, Довагин. Мы примем на себя риск и обретем славу, будь то победа или поражение. Так каков план? Как ты собираешься заманить дракона в ловушку? Ну, это я оставляю тебе. Думаю, ты свое дело знаешь. Так даже лучше. Это даст мне время проверить, работает ли старая ловушка, и поговорить с людьми. Согласно легенде. Хотя, мне никогда не приходило в голову проверить, правда ли это. Это был Ярл Олаф Одноглазый. Он потом стал Верховным Королем. Говорят, он криком принудил его к покорности в единоборстве на горе Антур и притащил Вайтран. Дракона звали Нуминекс. Это его череп украшает главный зал. Мы будем готовы, не бойся. У тебя же есть план, как на деле заманить дракона в эту ловушку? Если ты не против, меня ждет мой город. Интересная задача. Да, я просматривал архивы здесь, в храме Небесной Гавани. Негаданный запас утраченных знаний. Но важнее всего, что клинки записали имена многих убитых ими драконов. Использовав карту драконьих захоронений дельфины, похоже, я смог определить одного из драконов, которого поднял Алдуин. Ты не понимаешь, имена драконов — это всегда три слова силы. Крики. Позови дракона голосом, и он услышит, где мы увидим. Он не обязан прилетать, но драконы от природы горды и не отвечают. Услышав твой голос, голос победителя Алдуина, дракон будет заинтригован. Я думаю, он не сможет удержаться от того, чтобы ответить на твой зов. Да, конечно, я не мастер голоса, как седобородые, но это написано в этом свитке. Ода Винг, крылатый снежный охотник. Если я правильно понимаю. Мы готовы, Довагин. Дай только знак. Как я и обещал, мои люди готовы. Большие цепи смазаны. Мы ждем твоего сигнала. Мои люди знают, что делать. Сделай только свое дело. Я доверяю тебе судьбу своего города. Ты хочешь заманить сюда дракона? Да? Давай, зови своего. Здесь так светло, не понимаю, как ты это переносишь.